Любовь к усолью теперь можно выразить, сделав селфи рядом с этой композицией. Арт-объект, приковывающий взгляды прохожих, появился перед Домом культуры сегодня утром. Место для установки выбрали наиболее посещаемое. Тем более в следующем году планируется капитальный ремонт здания Дома культуры, и арт-объект, согласно проекту, гармонично впишется в облик центра Усолья. После нашумевших историй с березняковскими арт-объектами в социальных сетях к подобным новшествам пользователи уже относятся настороженно. У людей возникает резон вопрос, в какую сумму нашему городу обошлась эта красота. Но, как мы выяснили, из бюджета на новый арт-объект не потрачено ни копейки. Огромное сердце – это подарок Усолью на его 415-летие от компании «Лукойл».